второй этап. Меньше людей и там в ямку он просто задача та же самая. Да, у нас просто двое ребят слева и две девчонки справа. Чуть-чуть верхнюю. Командная работа. Ребят, поменяйтесь, пожалуйста. Две девчонки справа, мы находим налево. Здесь можно наблюдать о том, кто принимает лидерские позиции, кто управленческий, кто исполнитель хороший. То есть в такой игре можно очень четко посмотреть, кому какая роль более приемлема, как в социуме, так и в обществе и в бизнесе. То есть просто наблюдая за тем, кто как играет, мы можем сказать, какая роль ему можно отвести на работе, в бизнесе. Едем отлично. Опа, шишка, ребята. Шишка, нахрен шишку убрали. То есть смотрим, кто что говорит, да? Кто как говорит, с каким тоном, какие команды он подает. Очень много информации. Проанализировав эту игру, можно сказать, кто на что гораст. Стоп, прыгай. Осторожно, ребят, не спешите. На в яму, правильно? Да, на в яму, конечно. Подтащите. Смотри, да оно там как-то, ну, типа. Тихо. Еще левее. Стоп. Не, оно должно туда впасть. Ниже. Право потащите. Не отпускайте веревочки. Теперь вы передаете веревочки тем, кто не участвовал. Вместе с кровью на пальцах или без? Можешь дать обвязать. С болью. Все, передали? Давай. Ребята, идите сюда, кто-нибудь снизу. Ну, прямой. Давай я подержу. Ты что-нибудь туда, держу. Ну, можешь, Аккуратно. Кто еще не играл? Я держу. Кто не играл? Кто еще? Сюда, кто не играл. У тебя нижняя. Замените меня. Не играл? Да. Возьмите меня. Кто еще не играл? Ребят, кто еще не играл? Ребята, поменяйте меня. Меня. Так все должны поменять. Дед, ребята сидели, я не пойму. Они там... Ребята! Там такая яхта. Кто еще не играл? Странно, да. Ребят, кто еще хочет снова поиграть, становитесь. Хорошо. Как так получилось? Не знаю.